Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка горловой чакры». Горловая чакра очень часто страдает из-за кармических разных проблем, которые кармических отработок, которые пришли к вам по роду. Грехи вашего рода или то, что ваш род где-то нагрешил, что-то сделал, вы получили при рождении для того, чтобы отработать карму вашего рода. Это все складывается, откладывается на горловую чакру. В виде болезни потом вы это в жизни, вы это чувствуете и вы получаете такие проблемы, там со щитовидкой связаны, или какие-то горловые, или какие-то проблемы, даже болезненное, частое заболевание болезни горла, даже простудные. То есть это говорят, вот это у нас идет такое вот наше слабое место в семье нашей, да? То есть это вы уже получили по роду. Не ко всем относится, друзья, поэтому аккуратно слушайте информацию, которую я вам рассказываю. Но очень часто кармически разные отработки откладываются на шею, на горловую чакру и щитовидка, и вот эта вся зона, даже легкие. Очень часто вы мне пишете, страдают из-за этих проблем. Часто вы мне пишете, что вы не можете разговаривать или вы хотите что-то сказать, и вас как будто бы что-то блокирует. Это горловая чакра. Она может быть не полностью блокирована, заблокирована, но вы можете, знаете как будто бы бояться что-то высказывать, или вы хотите что-то сказать, а не можете, или вы сомневаетесь в той информации, которую вы хотите сказать. Или у вас просто комплекс, вы не можете высказаться. Но это все, конечно, страх. Я вам об этом говорю, что нашей жизнью, по жизни нами руководит две эмоции, самые сильные, которые руководят нашей жизнью. Это страх и любовь. Но, к сожалению, на сегодняшний день очень часто страх сильнее любви. Страх может быть проявлять себя в разных формах, в том числе страх, который сидит в горловой чакре, блокирует вам очень многое в жизни, в социуме. Вы не можете себя отрекламировать, вы не можете себя защитить, отстоять. Это все блокировка горловой чакры. Сегодня тема «Чистка горловой чакры». Нужная тема для всех, друзья, потому что очень часто горловая чакра влияет на нашу жизнь очень часто, даже если вы не считаете, что это важная тема, но все равно горловая чакра постоянно влияет на нашу жизнь. Так, чистим горловую чакру. Кто-то сопротивляется, шею закрывает, какие-то шарфики, свитерочки одеваете, косыночки, да? Воротнички какие-то, да, застегиваете, я смотрю. Болезненное ваше проблемное место, не у всех, у многих. Горловая чакра, шея, простудные заболевания. Шейный остеохондроз, это все одна и та же тема, это вся одна и та же зона, это область горловой чакры. Чистим горловую чакру от магических нападений или подключек, или магических крадников, или просто, когда вам говорят, закрой рот, молчи, молчи, блокируют вас просто. Или вы хотите что-то сказать, вам не дают вас, чтобы вы себя проявили, отстояли или высказались. Блокирует вашу горловую чакру.
А у кого-то из вас горловая чакра настроена на то, что вы врете по жизни много. Просто врете, врете, что-то рассказываете, вранье какое-то, да? И таких же к себе врунов привлекаете, которые вам врут, а вы верите. Но грешок такой у вас есть. Вы любите что-то приврать. Не все, друзья, но кто-то из вас и многие из вас любят приврать. Или молчите, потому что боитесь высказаться. Но это все горловая чакра. Чистим страх в горловой чакре, в том числе страх и крадники. И ошейник на горловой чакре, на шее, там у меня есть на канале такой ритуал. Магический ошейник или что-то, и петля рабства, это тоже, смотрите, такие ритуалы на эту тему. Часто одеваете на шею защитные амулеты или крестики или медальончики какие-то, но все они имеют разную силу. Очень часто вы не получаете ту защиту, на которую вы рассчитываете, друзья. Потому что крестик висит впереди, на декольте, да, на груди, а порчу вам делают в спину и в затылок, и как угодно, и через нижние чакры. Поэтому не все кресты защищают, друзья. Они все имеют разную силу. Также амулетики какие-то, да? Ну, кому-то нужно услышать, услышьте это. У кого-то кружится голова от шеи, от защемлений, от каких-то смещаются позвонки, сдвинулись нервные окончания, защемлены на шее, плечи, тяжелые руки, тяжелые. Во всех моих ритуалах работает энергетика. Сейчас вы можете чувствовать, как течет энергия, выравнивается. То, что было заблокировано в шейных
зона, область шеи, горловая чакра. Сейчас энергетика, вы даже можете чувствовать, как она хорошо, легко течет, как будто бы движется, течет. Вы тоже можете ощущать. Не все, друзья, вы это ощущаете, но кто-то ощущает. Многие ощущают. Вербальная магия практически вся идет, связана с горловой чакрой. Вербальная магия, когда вы заговоры читаете или там что-то, какие-то аффирмации, что-то вы там читаете, связана с вашей горловой чакрой. Не у всех это работает, потому что горловая чакра разная у вас. Энергия горловой чакры у вас у всех разная, поэтому не у всех работает. Даже те же заговоры, даже те же слова и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали. То, что вы прочитаете заговор, не значит, что он быстро сработал и получилось то, что вы хотите. Очень часто какие-то магические тексты работают наоборот. Вы хотите получить одно, а у вас сработало наоборот. Кто-то мантры читает, тексты какие-то читаете, да? Молитвы читают многие из вас. Кто-то сейчас чувствует теплое, как будто бы окутанное теплом, это зона шея, или как теплый воротник, или вы можете чувствовать тепло в горле, в шее тепло, да, или пульсацию вы можете чувствовать. Есть еще горловая невралгия или невроз горловой, когда вас душит периодически. Это тоже страхи, друзья. Страх там просто сидит, и он вас душит. Ритуалы на голову нужно смотреть. У кого периодически душит, шея сдавливает. Сдавливает, бывает там с гормонами связано, щитовидки, но есть еще просто невралгия, психоз такой, невроз есть такой, связан с горлом, когда вас душит. Нужно смотреть ритуалы на голову, не только шею лечить, а голову тоже. Профилактику делать мыслям, чистки головы, это все связано напрямую, психика.
Так, достаточно, потому что идет разогрев, идет тепло. Уже ритуал отработал еще минут 5 назад. Я просто вам продлеваю удовольствие. К Луне мы не привязываемся, друзья. Смотрим в любое время, чистимся у меня на канале. Не смешиваем с энергетикой других мастеров, других ритуалов. Я рекомендую не смешивать, друзья. Поэтому, если вы смотрите меня, смотрите меня. Если вы смотрите кого-то, смотрите кого-то. Читаю ваши комментарии, пишите, друзья, благодарности и ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов. Не задавайте в комментариях вопросы и пишите. Ответьте обязательно на мой вопрос. Друзья, на все вопросы я отвечаю на консультациях. Консультации все мои платные. Запись на консультацию. На WhatsApp, Viber, в Telegram, только SMS пишите, пожалуйста, мне. Номер телефона один и тот же. Отвечаю всем. Благодарю всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья.